Попьем кофе, да и не просто так, а у нас будет торговая марка Либендорф на обзоре, а именно творожный сырок манго, а также апельсин в качестве небольшого десерта. Изготовитель Москва. Так, что еще интересного? Сырок творожный, глазированный с манговым наполнителем. Состав. Ешечки присутствуют. Ну, естественно, чтобы все это сохраняло свежесть сравнительно надолго. Ох ты, еще внутри небольшая бумажка. Да не просто безнадписевая, а так оформлена более-менее нарядно, как конфетка некая. Главное, чтобы мне сейчас кофе не разлить. Я могу это сделать. Пока открываешь. Ох ты, какого он цвета. Прямо как конфета, натурально. Пробуем. С манго? Точно, манговый наполнитель имеется. Ничего так. Холодный творожок с холодильника. Не очень холодный, прохладный. С кофе как будто мороженое напоминает, смесь. Я утрированно говорю, мороженое, но тем не менее вкусно. Необычное сочетание. Так, берем в сторону бумажки, чтобы не портили нам весь вид. И пробуем теперь с апельсином. Соответственно, творог, ну если можно назвать это творог, апельсиновый наполнитель и сверху глазурь. Ну, тоже ничего. Неплохой десерт. Фактически как кофе с пирожным. Покажу вам еще поближе. Вот так, да. С кофе. Самое то. В принципе, два могу съесть. Но скоро ужин. Аппетит перебью. Ну, еще кусочек. Небольшой себе отпилю, а там, где небольшой кусочек, еще один небольшой. На связи. Так, всем добрый день. На обзоре два сырка. Торговая марка Kiss Milk, творог, витаминные волокна, творог, витамины, не витаминные, а витамины волокна. Яблоко и корица с овсяными волокнами, с ванилью, овсяными волокнами. Давайте яблоко и корицу попробуем. Одной марки запаковано, как будто наушники купил в небольшой коробочке. Открыть здесь, открываем и вытаскиваем. Все прямо на соли сделано, с душой упаковка. Угу. Ну, такой уже, что уже, а как будто пломбир выглядит. Где моя салфетка? Минутку. Так, время еще очень рано. А я вроде бы сказал добрый день. Но это бывает. Так. Угу. Отлично. Самый раз. Вроде чувствовалось обещанное корица и яблоко. Хотя вроде кажется не очень. Ну, структура. Давайте еще второй съедим. Неохота, правда, уже. И завтрак так поел. Неплохо. Откроем, по крайней мере. Понятно почему. От одного производителя. Ожидания одинаковые. Ну. Почему бы нет? Наполнителя внутри, кстати, по центру нету. Нормально. С кофе. Ладно, на связи.